Здравствуйте, вы на канале вебмастера ясновидящего Александра Волга. Подпишись на мой канал и поставь, пожалуйста, лайк. В прошлом видео я рассказал, как быстро очистить термос или термокружку от накипи за 3 минуты. Заливаем до краев кипятком термос, бросаем одну таблетку для посудомоечных машин, через 3 минуты сливаем, получаем термос, как после покупки. Сейчас я расскажу, в чем преимущество термокружки перед термосом. Я много путешествую по России и по миру, часто останавливаюсь в гостиницах, езжу в поездах, и один раз попробовав термокружку, я полностью отказался от термоса. Основное преимущество термокружки – удобная ручка и широкая горловина. То есть удобно заливать кипяток. И когда заливаешь кипяток, не обожжешь себе руки. И при плохом освещении виден уровень воды, который уже залил. А в термосе с узкой горловиной заливать кипяток не очень удобно. Удобно заваривать чай. Завариваешь чай, как в обычной чашке, бросаешь чайный пакетик в широкую горловину. Удобно это делать. И видно, насколько чай уже заварился. А в термосе с узкой горловиной часто чайный пакетик приходится проталкивать. Удобно пить, особенно в дороге. Обычный термос это надо отвинтить крышку, нажать клапан, налить чай в крышку и пить из этой неудобной крышечки. А в термокружке есть удобная ручка и пьешь, как из обычной чашки, удобно и по-домашнему. Удобно мыть. Термокружка широкой горловины легко и удобно моется. И у обычного термоса есть клапан, в который забивается со временем много грязи. Приходится разбирать этот клапан и мыть. А у термокружки нет клапана, соответственно, крышка легко и удобно моется. Подпишись на мой канал, поставь, пожалуйста, лайк. Спасибо.